В Ульяновской области стартовал региональный этап конкурса «Воспитатель года 2023». Работа с детьми сложная и ответственная, поэтому выбрать лучшего специалиста будет непросто. Детский сад – начальная ступень в образовании ребят. И, конечно, знаковую роль здесь играет воспитатель. На конкурсе участницам предстоит показать все свои знания и умения. В этом году испытания проводят в детском саду номер 258. Несколько дней воспитатели, логопеды, педагоги музыки и другие будут проходить теоретические и практические испытания. У нас 20 участников в региональном этапе. Сегодня предстоит участникам конкурсное испытание «Педагогическая находка». Завтра у них будет практическое занятие с детьми, после чего будут объявлены 10 лауреатов конкурса. Уже десятке предстоит дать мастер-класс и пройти собеседование жюри. Заключительным испытанием для пятерки лучших станут педагогические дебаты, после чего будет выбран лучший воспитатель области. Оценивать участников будет жюри. В состав комиссии входят и работники Ульяновского педагогического университета, и победители конкурсов прошлых лет. Параметров для оценки очень много, ведь чтобы быть лучшим воспитателем, нужно многое знать и уметь. Воспитатель, я думаю, он должен быть в первую очередь ответственным. Воспитатель должен понимать свою значимость. Значимость как в работе с родителями, свою значимость как... показать свою работу перед другими коллегами, как работать с детьми. Сами педагоги считают, что не только конкурсы и награды – показатель хорошей работы. Главный результат – счастливые и разносторонне развитые дети. Для многих участников главное не победа, а обмен успешным опытом и профессиональное развитие. Но главное – черпать тот опыт, который дают участники конкурса, потому что оценить его сложно. Это всегда интересно, это всегда непредсказуемо, и всегда с нетерпением ждешь этого конкурса. Победитель областного этапа станет участником Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», который пройдет в этом году в Волгограде. Также лучший воспитатель региона будет награжден денежным призом в размере 100 000 рублей. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.